тяжелая игра, но я думаю, у нас она получалась. У нас был хороший первый тайм. Мы имели 100% момент, мы их не реализовали. Но во втором тайме получили штрафной. Тут исполнительское мастерство. Пытались отыграться, думаю, были у нас моменты 100%. У меня в том числе, но не получилось. Я скажу так, мы принимаем поражение, идем дальше. У нас скоро игра уже, так что долго зацикливаться не будем. После пропущенного гола попытались отыграться, что не получилось в концовке матча? Ну, я думаю, у нас, в принципе, все получалось, у нас были моменты, и просто мы их не реализовали. Вот и все. Банально это звучит, но это так. Мы давили, мы нагнетали, но где-то не исполнили. «Динамо» удивило это чем-то? Готовились к игре с такой командой? Да, мы их много очень разбирали. Это крепкая команда. Ну, я думаю, мы им не дали много моментов создать. У них был, в принципе, там в первом тайме там розыгрыш штрафного, опять же, где там была суета возле ворот. Ну, а так я не припомню таких 100% моментов, которые были у нас. У нас мы поострее действовали впереди. И я думаю, мы сегодня выглядели достойно, но едем с поражением домой. В перерыв тренер что сказал? Мы направили, потому что немножко, не знаю, что-то была какая-то расконцентрация в начале или что. Просто встряхнулись немножко и обозначили, как дальше играть. И чуть перестроились и начали играть по-другому немножко.